Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы попробуем немножко модернизировать свой прицел Vortex Optics Razor 1.6 на 24. Немножко ослабим усилия для поворота колечка кратности, которое у нас существует на прицеле. И мы немножко его сделаем, чтобы оно ходило полегче. Для этого нам понадобится, в принципе, сам прицел, салфеточка, отверточка очень тоненькая и набор ключиков, желательно дюймовых, потому что метрические для американских прицелов не подходят. Давайте попробуем всю эту процедуру проделать вместе с вами. Давайте возьмем прицел, обязательно убедитесь, что у вас оружие разряжено. И можно начинать манипуляции с самим прицелом. Также можно его снять полностью и работать чисто с прицелом. Но мне удобнее все же делать это на самом оружии. Для начала мы снимаем колечко кратности, если у вас оно есть. Аккуратненько его откручиваем. Снимаем его. Откладываем в сторону. Теперь обратите внимание, у нас на прицеле есть вот такой болтик, который нам и по сути дела не нужен. Мы его аккуратненько откручиваем и аккуратно вытаскиваем. Обратите внимание на болтик. Болтик очень своеобразный. У него резьба возле шляпки. Сам он является как бы штифтом и с резиновой прокладочкой, поэтому не советую его терять. Теперь мы берем аккуратно прицел и очень аккуратно сдвигаем вперед колечко кратности. Обратите внимание, у нас появились здесь уплотнительные колечки и виден немножко механизм. Вот, в принципе, до чего нам необходимо добраться. Здесь находится смазка, обычно она очень жирная на колечках, вот ее нам и необходимо стереть. Для этого мы берем обычную салфетку и вытираем здесь всю смазку. Вообще-то колечко должно сойти более дальше, но у меня здесь кронштейн, который мешает. Вы можете снять, отодвинуть колечко и протереть его полностью. Не советую использовать в данной процедуре спиртосодержащие растворы, так как хоть какая-то смазка, но должна остаться. Дальше мы закрываем колечко назад и устанавливаем болтик. Болтик должен закрутиться у вас очень-очень свободно. Если он не идет, значит ничего делать не надо. Видите, у меня сразу легко пошел болтик и закрутился. То есть вы попали в нужное место, в отверстие, которое предназначено именно для этого штифта болтика. Вы его закручиваете и проверяете колечко кратности. Оно у вас работает. Также, я имею в виду, также точно встает на единичку и на шестерочку. Колечко стало крутиться более свободно, более легче, потому что там избытка смазки нету, ему легче стало. Особенно это очень ощутимо минусовые температуры. Теперь повторим всю процедуру с установкой колечка кратности в обратном порядке. При затягивании колечек используются специальные ключики. И у американских компаний, вот, собственно, бывают
специальные динамометры для усилия затяжки болтиков. Но так как они дорогие, есть такое правило, что закручиваем мы вот таким образом, то есть коротеньким концом ключика вверх. Так мы затягиваем, то есть как только он остановился, все, это считай затяжка и есть. А откручиваем длинным концом в бок, то есть вот таким образом мы откручиваем, вот таким образом закручиваем. Это сделано не случайно, это для того, чтобы человек не сорвал резьбу. Но все-таки для более серьезных прицелов, которые требуют установки горизонтальных по уровням, мы советуем все-таки воспользоваться ключиками с динамометром. Вот таким образом мы немножко ослабили усилия для поворота кольца кратности, но как бы не так критично, не так сильно, но процентов на 10-15 это стало полегче. Поэтому кому надо, можно это сделать. Кому это не важно, в принципе, это можно и не делать. Вот таким образом мы немножко усовершенствовали свой прицел. Спасибо за внимание.